Дайте шкаф, сумоним мораль. До коня и по стандарту до Мороуза, и как обычно все. Чистим трэш и бьем. Идем демон дистрик или два демона? Ой, два дистрика. По, ну как хотите, походите пока в два дистрика, пока нам не критично ничего, сейчас посмотрим. А, Квин, дай столик сразу, штурделей хилой наберем. Кстати, шамана еще нет. Если что, шаману передадите пару пачек или... У меня уже достаточно таких предметов. Ну, через час уже будет церемония открытия Олимпийских игр. Ну давай, поехали по одному, по два моба захерачивать будем. Чтобы это... Шаман подошел уже, блядь, в процессе, блядь. Антифира пока нет, так что дальше отбегай от мобов. Тебя будут фирять, может к ним загнать. Этот Ладомир и артстайл просьба подиспельте вот этот фир, потому что как-то несподручно за шипешника диспелить. Он диспелится. Скорее всего старайтесь танка диспелить, чтобы он новых мобов не призвал. Вот, ага. На пула нету, если что. Да мы видим. У них какая-то берса, что ли? У кого? Кони вырастают. Они на себя вроде какой-то баф кидают. Так, ну тут... Не сомневайтесь. После этой пачки с суманем. Шкаф и сумнем шман. А, тотем, тотем. Сейчас давай мы, блять,
в сторону танка поставим и миликов, чтобы тотем постоянно стоял трепета. Этот эндемик в Диси. Шаман в Диси. Да, он походу в другой... Хотя нет, он тут... Там плюсует, что в Диси. Все, ага. Тотем трепета ставь, чтобы миликов всех сфер диспелил. Ну все, поехали дальше. Я ж говорю, нету на пула. Тут еще они эфир кидают, на естан дают. Все это диспелится, все нормально. Не, к тому, чтобы они АОЕ сильно не давали. АОЕ не надо давать. Бейте одну цель. Старайтесь не падать, лучше меньше по ДПС и потом бейте, когда уже агро набрано. Потому что ребафы это очень долго. Кирилл, тут Диси. Где он там? Да. Ну давайте, пусть заходит он. Кирилл здесь? Где он? Да, там он тут, Кирилл. Чё, ну, шоу, что? Ну скажешь, чтобы это к нам заходил в комнату. Да, да. Сейчас будет очень много, так что готовьтесь. Сейчас, возможно, это... Осторожнее, его есть. Сейчас, возможно, кокосика заменит этот Гавайи. Ну, заодно мы поговорить, может. Он нам историю какую-нибудь расскажет, прикольно. Подальше старайтесь держаться от милика, вот подальше, ребята. Он приводит, он еще заводит сюда. К нам веди. Сюда лучше подойдите. Просто чтобы не фиряло. Thank you.
Шоу, бандиты. Чё, ты идёшь с нами? Да, грузится вроде. Ну это, какой сик тогда отдохнёшь? Вора надо идти. Ну да. Вообще, если типа тебе не принципиально, и рога заебись зайдёт, потому что мораль тут без набула ебашит, танчит. А ну дай мне пати, я посмотрю. Сейчас. Кто там, сколько там мобов осталось? Сейчас. Чё, Андрюлик, у вас в танке, да? Да. Угу. Нечаянно сова, да? А вы в кару идете, блядь? Да. Новый ИК. А шо ИК? От мэна, блядь? ИК надо сходить, но тут у пацанов приоритет Т4, типа. Быстренько вам кару, а ИК уже типа, он, ИК он быстрый. Чё, погнали дальше. Кирилл, ты знаешь же кару, да? Да чуть-чуть, этот, если что, я там могу отвалить, блядь, ну типа через час-два. Часа два. И дайте, кого? Пожалуйста, лапку и пристабав. И кого нам, если что, тогда на замену брать? Где кого-нибудь найдем. Ну, поехали. Вон, дайте, да? Лапку. Рыба есть? Это еще трэш тут. Так тогда это, рыбу поставили. Дальний тоже надо агрить. Ну да. До починки. Там еще какая-то репа для нее нужна для починки. Уважение, что ли. Это какое КД только? Третье получается, да, Каражава? Второе. А, второе? Ты же танчил уже, да, Мара? Да. Ну все. Все готовы, поехали. 3, 2. Сука, не могу фласку найти на пульсунке.
Держат, когда сдают? Что-то он на коне не показывает агро. Нет, нормально. Меня тоже не рисует. Че, давайте, Геру. Диспельте эту хуйню сразу, одни промахи, блядь. Встань под жопу. Это ебань для миликов. Меткость крит, кольцо и СПДшное, и латы на хэпала. Что, тут они из гильдии есть? Вроде нет, латы сразу. Это вроде все из гильдии. Так а что не групп лут стоит? Ни рецептов, ни какой другой хуйни не падает. Я не знаю. Кому эта меткость крит надо? Я бы колечко взял. Тоже паролил на мага. Ну кидайте на кольцо. Ой, они только что убили. Так, стой, я пошел агрить. Там арстайл, если что, на мораль каплю можно ждать, если много сейчас трэша прибежит, то вдруг захерачит его. Да насколько я помню, нежить, тут можно ебашить гнев небес. Угу. Главное вот с этого огня отходить. Всем. Ну агри, то зачем было... Ну, Андрюлик, давай собирай потихоньку. Выходите с огня. Вставайте далеко, РДДшники. Зачем вы бьете, когда они даже еще не пробежали?
Иди спойдите все. Парашу. Не бейте, когда не прибегут. Вообще, уберите тотемы свои на атакующие пэты. Их сагри их чуть-чуть, Андрюха. Спускайся вниз, сразу кидай лучше, чтобы они уже на тебя бежали. А что тут стрэша? Что-то интересное падает, я уже не помню. О, 26, перчатка, да, хорошая. Да, но... Перчатка интересная. Владимир, выходи только с огня с этого. Там гнев вот эти кастуют хилку в этот каст. Давай. Что там много еще? Ты еще две пачки, наверное. Мишаня, ты себе так никакой трени, блядь, и не выбил. Пиздец, блядь. Ну да, что-то за 25-ки, за 25-ки не падает. Чисто 6, ебать, нахуй. Тут триня, которая на хила падает, такое говно, блядь. Ленточка? Ну. Так она говно. Угу. На милика вообще ни одной трини нормальной тут нету, одно говно, блядь. На танка хорошая триня и на РДД, все. Я на танка смотрел, там у меня, блядь, сьювы получше будет. Лучше часов? Угу. Ну у меня ювы только на дыкание. Часы топчик, не. Топ. Часы поглощения, да это как ключ. Да, там ключ же шапнули теперь, ключ вообще там по 25 абсорбит. Ну и часы должны, да, значит, тоже быть, они же прожимные. Не, часы они сами по себе прокачают. А, часы не, они прокачают. Ну похуй. Ну там. Часы очень сильные. Блять. На ДКшника мне только зайдут они. Ну остальные два танка там из Ювы есть. Две дырки, блять, в трине, заебись. Ну, думаю, можно подниматься. Пошли. Что тут давайте стоять тогда, да? На половине лестницы. Поднимайся, поднимайся. Тут в углу стойте сейчас. У некоторых не восприимчивался к танту, так что... Дай ему фир.
Хоть миллиард мобов убили, нихуя не выпало, бля. Уйдите, уйдите, уйдите с бутагон. Я понял. Давай, Андрюлик, мы тут же стоим. Подкиньте бабчик там какой-нибудь. А я в оглушении. Бейте мобов, которые хилят, у которых по 180к. Я еще забыл, как отключить, чтобы оно не светило, что ты пьян. Эффект освещения, по-моему, да? Угу. Но я не отключал ни разу. Только не помню где, блять. Где-то там, блять. Настройка графики, эффекты. Снизу галочка эффекты свечения. Сюда идите. А вот там кто-то сейчас агрили. Ну, да, одного мало. Один скелет. Собирай там пока. На оглушение.
Давайте ставьте рыбку, обновляйте бафы, там люди умирали. Так, какая-то курва там. Вот это, по-моему, да? Пидорша. Да похуй, сейчас Геру дадим, заклеиваем нахуй всех. Надо в первую очередь, наверное, вот это убить. Кружок. Звездочка бабл и хилит. Не знаю, звездочку стоит бить вообще, нет? Ну, может, просто... Баронесс это ШП. Баронесс я знаю. Но я думаю, можно просто пиздить босса и кливать их, и все. У нас, блядь, ретрик, вар, сова. Ну да, типа, бьем босса, нету босса, бьем печеньку или звездочку, блин. Появляется босс, бьем босса. Все, готовы? 3, 2, 1. Кризал Док. Да, не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Интересно, эту хуйню можно не диспелить? А, я понял, она ману жгёт, пидорша это. Ну, косты ей надо сбивать и все. Кто на костах стоит? Сейчас импульс сжигает. Кто у нас там? Ломать баронессу туда лицо. Вар только. Давайте кружок убьем. А мне оглушение. Нечаянно ресы квазили, да? Бабл с нее сними. Да, сейчас ка. Она хилит по косарю. Вот ей, если бы цифру написали нормально, ее бы надо было бить. Опять бабл. Она его по КД кидает. Оглушение. Оглушение надо диспелить. Вроде диспелится паловская, да? Да. Я кого-то танчу, блядь. Ну ладно, бог. Рага будет. Есть и став.
У меня вот маны нету, блядь. Она еще мои болезни диспелит с других лордов. Курва ебаная. Шея, кстати, хорошая. Ну-ка. Крит меткость. И шея неплохая, и поясок хороший с критом, с духом. Откажусь от всего, блядь. Готово, я пуляю. Или вам мана отпить надо? Да не, заебись уже. Совы только нет. Да он пьет, так что, бля. Дева, потом опера. Ты, кстати, ты танчил деву, да, уже? В смысле? А что там мне танчить? Это, ты как танчил? Ты подводил к хилам, типа, чтобы она уешку в них дала на покаяние? Нет, зачем это лишнее? Ага. Так, ну милика у нас сегодня. Там, блядь, хила. Милики просто прожмутся, танк прожмется, чуть-чуть не потерпят и все. Там цепуха просто, я вот не знаю, какой рейндж у нее, блядь. 12, поди как на Ториме, блядь. На Ториме, кстати, смотрел рейнджа 10. Mm-hmm. А я вот на X2 вчера били. X10 как раз рейнджа 10 была, ожидайте. Ну ставят, видать, чтобы это, на всякий случай, что если кто-то двинется, блядь. Ну да, смотри, в одной метке чувак шаг сделал поближе к другой, и в другой, и вот тебе уже 10 метров. Да. И вайп, нахуй. Ой, как меня этот трэш вначале калит, пиздец. Вообще, блядь, дрочно. Этот, ну пула нету. Просто его супер дохуя. Там впереди еще эти ебаные элементали, роботы, блядь, бить хуйня больше, чем босса. Хуйня это все, там, блядь, изи все. Да вот это дрочь его с огнем, блядь. Когда у людей ДПС не по 3000, нахуй, намного проще все, блядь. О, сагрили. Да, беги обратно. Шаман, блядь, обрыгался. Yeah.
Ты, блядь, такие ебучие мобы стоят на месте. Ну, репа. Как ты ману всадил в это место? Не подлазьте сейчас. А у них там рога есть, кстати. Угу. Ну, столовки попроще в этом плане. Я тоже танчил, сука, за ДКшника, блядь, без напула и потенции. В принципе, нормально, если люди не увешат сразу, прям. У нас вроде адекватные ребята. Да, в 24 там уже идет, типа, по трэшу больше урона и лучше агро держится. Два моба. Отходи от огня. Просто выбегайте иногда, чтобы бафы сохранить. Я выбегал, у меня просто мобы били, я огонь убил. Поэтому невосприимчивость. Шаману, дайте контроль. Вихрь ему дай сова. Сейчас моб умрет. А что это за шаман? Космополит. А теперь такой вопрос, кто такой космополит? Да не, космополит, я помню, это кот. Че, как у вас дела, ребят? Этот, ну, Мороза убили, идем на бабу. А ну, может, не подошли? И коня убили? Мы просто репу качаем. Ну, самое страшное справились, нормально? Ну... Мы пару раз спали. Ну, мы как без вайпов. У вас рога еще. Ну да. Попроще должно быть. Ладно, давайте это. Окей. Thank you.
Что, мы на бабу, потом оперу. Угу. Оглушение. Конкубину, в первую очередь. Подчинение. На максимальном сжать не ордер стоит. Я пока не могу прочитать это заклинание. Там дебаф просто вешается, минус 50% магического урона. Подчинение.
между колоннами, чуть несколько шагов назад РДДшники стоят. И хилы. В центре танк и два милика на максимальном линже. Минуту, подождите. Рыбу поставьте. Кристофар там есть у всех? Короче, я сзади встану, сзади бабы, ну и там распределитесь все стороны, между колоннами и несколько шагов назад, вот так, РДБшники. 3, 2, 1, Кризал Ток Ара. Давайте не обосрёмся, пацаны, это будет красивая победа. Давай Геру сразу. Дисплей обязательно. Бред какой-то. Это из-за того, что она паралич скинула, на меня побежала? Угу. Она мне паралич скинула, я типа ушла. Она ебанутая. Это неправильно работает, блядь. Да поднимай, наверное. Забафайте сразу. Щитки там на миликов раскиньте, паловски. Бред. Чистая хуйня, ебать. Опера. Там это око Килрога Локи вызовите. Оком приведете. Оком приведете этот, как он называется, блять, скажи мне. Ну маба нахуй.
Что там, цепная, блядь? Только не нажимайте пылить, пожалуйста. Ну вот это цепная на шамана, это типа бис. Ну заебись, шаману повезло, блядь, ГЦ. На СПД дает, увеличивает. Давайте, там подбегайте, о, как Илрога сразу, и по одному мобу заебашим. Если что, в одного вихрь кинешь или корни. Лучший вихрь. Или оков, сейчас я, блядь, подойду. Оковы, наверное, можно. Так пусть покаяние мы скинет одному и все. Вот это будем пиздить. Ну не надо было, блядь. Хорошо, что те два не согрелись. Вот патрульный один там. Давай я сагну. Скинь пока я не в одному. Оглушение. Диспель где-то. Патрульный осторожно. Ну что, идем, мы его там записываем в коридоре, что устали. Отходим.
топорик тут прикольный падает. Я не помню, что на ведьме делать, если что. Сегодня ведьма? Че, узнаю. Я здесь только на шапочке был. Ага, блядь. В прошлый раз из 6 раз, пока в шапочку превращали, меня... Я 3 раза, блядь, был. История говна. О, ну, шапочка, бегать, блядь, в... Джульетта с этим пидором одновременно надо просто запиздить. Джульетта сегодня... Джульетта одно говно падает, блядь.